Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео я хотел бы обсудить сообщения, которые увидели все партнеры компании Eagle Bitrate в своих кабинетах. Итак, вчера в наших кабинетах мы увидели сообщение относительно подключения новой платежной системы. Я зачитаю данное сообщение на русском языке. Уважаемый партнер, хотим сообщить о том, как будет происходить взаимодействие с новой финансовой платформой, которую мы внедряем благодаря сотрудничеству с EcoBankCoin. Каждому партнеру нужно будет создать отдельный кабинет на данной платформе и пройти верификацию, загрузив фотографию с удостоверением личности или паспортом в руке. Если ваш аккаунт зарегистрирован на юридическое лицо, вам необходимо загрузить документы учредителей вашей компании, а также выслать социальный контракт на электронную почту contact@eaglebitrate.com. Что такое социальный контракт, я не в курсе. Если вы знаете, то, пожалуйста, напишите в комментариях. После того, как все необходимые действия выполнены, будет проведена верификация аккаунта в срок до 72 часов. Будут доступны карты системы Visa, MasterCard, уровня Classic или Gold. Вы сами решаете, какую карту заказать. Максимальное количество карт для одного аккаунта – 4 карты. Стоимость карт. Стоимость доставки включена в стоимость карт. Classic стоит $20, карта Gold стоит $40. Срок доставки – 15 рабочих дней в любую точку мира. Молодцы! Быстро! В платежной системе будут действовать следующие тарифы. При выводе с Eagle Bitrate на платежную систему комиссия 3%, перевод с платежной системы на другой кошелек 1,2%. Конечно, я уже слышал жалобы от некоторых, что, дескать, процент высокий. Но, ребят, давайте не будем забывать, что компания вообще-то платит неплохой пассивный доход 8,5% в неделю или 34% в месяц. И жаловаться на комиссию 3%, ну, мягко говоря, наверное, несправедливо. Ну и к тому же объявлялось, что пользоваться данной платежной системой это не обязательно. То есть вы сами решаете, кто хочет иметь карты и выводить свои средства на карту, на здоровье пользуйтесь. Кто не хочет пользоваться картой, пожалуйста, выводите, как и раньше, на свой биткоин кошелек. И все. Так что тут уже решаете сами. Как правило, при снятии средств в банкомате, банкомат также берет свою комиссию. Совершенно верно. Причем в разных странах, в разных банкоматах комиссия может отличаться. Ну и, наконец, та информация, которую мы все уже с нетерпением ждем, когда же начнет работать автоматический вывод. Платежная система начнет работать автоматически, начиная с конца этого месяца. Замечательно. Как раз это мы и хотели услышать. Другое дело, не очень понятно, с конца этого месяца, это что имеется в виду конец? 31 число с 1 июля начнет или в 20 числах июня уже запустится? Хотелось бы что-то поконкретнее. Ну ладно, даже если это запустится 1 июля, я думаю, все равно все будут довольны. Мы благодарим всех партнеров за понимание и уверенность в будущем компании. Также хотим напомнить, что трудности с выплатами возникли из-за сторонней компании, которая не смогла обеспечить обработку платежей. Вот такая информация по платежной системе и по картам. Что ж, с нетерпением ждем, когда это все начнет работать в полную силу. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!